Сейчас нахожусь на садовом участке, на Шребогарден, так называемый. Вот. Каждый участок, в принципе, две сотки. Но говорят, что наш участок больше, чем, например, у соседей напротив. И какая у меня мысль возникла, что ощущение того, что, в принципе, участки одинаковые, две сотки все, ну, плюс-минус, может быть, какие-то метры. Но участок наш больше кажется, потому что граница с соседним участком существует достаточно провизориш, достаточно примерное. То есть нету ограничения пространства. И получается, что ощущение пространства, когда я нахожусь на своем участке, что я нахожусь на площади не 2 сотки условных, а 4 сотки. Вот. Тогда, если бы там была бы граница бы какими-то деревьями или чем-то еще, то это было бы, значит, тогда было бы ощущение, что я нахожусь на границе, на участке, на пространстве в 2 сотки. И получается, что это такая философская такая идея, потому что это в странах так, в принципе, в странах, в городах или в обществах. Если страна открыта границей с другой страной, то ощущение того, что ты находишься не в одной стране, а находишься сразу в двух странах по площади и по территории, как бы объем увеличивается, площадь увеличивается, увеличивается ощущение возможностей, хотя на самом деле ты находишься на своя-то территория только эти две самые сотки. Но ощущение пространства, как будто бы все соседние тоже принадлежат тебе, и ты ими тоже владеешь. Но на равных правах со всеми соседями, которые находятся и тут, и там, наперекосяк. То есть, если, например, было бы, например, участок, например, там 10 участков объединены в одной единой линии, одной единой концепцией, да? Тогда получалось бы 20 соток квадратных метров, да, получается, ну вот они бы тогда, это было, можно было бы целый замок создать. Замок, и вот люди там живут. То есть получается, что это был бы целый такой, я не знаю, парк. А если не 20, если не 10, если 20, если 100. Вот, вот так. Пока все.